4800 бутылок алкогольной продукции без акцизных марок общей стоимостью более 350 тысяч рублей. Эту крупную партию контрафакта арестовали сотрудники полиции. Стражи порядка рассказали о том, что подпольное производство и сбыт алкоголя были поставлены на поток. В отношении двух человек возбуждены два уголовных дела. В декабре прошлого года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили место – хозяйственную постройку, расположенную на территории домовладения 60-летнего фигуранта, где осуществлялось производство, хранение в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции.